карте мира Кёкушин. Разрушительная мегасила Кёкушин. Запомни, сын, мы не кричим, а ты, наша жизнь. Это Кёкушин, кай карате, Кёкушин. Сопровождает нас по жизни Кёкушин. Сила духа и правильность мысли делает из человека настоящего бойца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. Нанося удары жестко, набивая тело, он выходит на татами, зная свое дело. Кимоно и на груди иероглиф Кёкушина. Это бешеная сила, железная машина. Не избегая ударов, он идет в атаку. На улице с людьми он никогда не вступит в драку, выполняя все ренраку и санчина ката. От восхода солнца и до его заката здесь не ищут компромиссов между собой. Около 300 ударов за 2 минуты боя, не замечая боли, включая силу воли. Он подобно воину в поле выступает в главной роли. В битве до последней капли крови победит сильнейший. Мы стремимся к истине, как сказал мудрейший. Мы бойцы, идем вперед и не кричим «Мате!». Наша жизнь — это Кёкушин, кай карате. Кёкушин — универсальные солдаты мира. Кёкушин — разрушительная мегасила. Кёкушин — запомни, сын, мы не кричим «Мате!». Наша жизнь — это Кёкушин, кай карате. Кёкушин — сопровождает нас по жизни. Кёкушин — сила духа и правильность мысли делает из человека настоящего бойца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. Две тренировки в день, по утрам пробежки. С каждой секундой дух становится сильнее, чем прежде. Мы не скрываем смысла своих чувств. Наши цели легли в основу боевых искусств. Лоу-кик, маваши цоганы, уширы, герри. Эта связка приведет с собой серьезные потери в нашем теле. Нет места страху или боли, парень, силе духа и набивки. С нами тягаться может только камень. Стальное тело, удары словно выстрелы. Мы союз искателей абсолютной истины. Свою жизнь мы посвятили философии и спорту. Этот образ жизни нас ведет к душевному комфорту. Без тренировочных процессов не живем ни дня мы сутками, оттачивая стиль, масситацию Аямы. Как у Цуки Цодан, Чудан, Гедан, потом Авате. Наша жизнь — это Кёкушин, кай карате. Кёкушин — универсальные солдаты мира. Кёкушин — разрушительная мегасила. Кёкушин — запомни, сын, мы не кричим «Мате!». Наша жизнь — это Кёкушин, кай карате. Кёкушин — сопровождает нас по жизни. Кёкушин — сила духа и правильность мысли делает из человека настоящего бойца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. Еще рано.
Приготовиться к Лучинский диван Еленичка.
ноги, Игорь. На татами приглашается.
Если тебя поменять после этого боя.
Значит, это убедительно, маши, чтобы слышно. Александра Палашова, Тищенко, Дыкин, Катарик.
готовится к Серебряковке в Ленинском театре старичком Мстислав Каравелло. Татарататары приглашаются голубые трава Тычинский Иван. Готовится Бергарей Вячеслав, Сандровчук Андрей. Yeah.
На первом этапе победу одержал старичком на 15-м Парагро. На первое решение приглашается рядом Константин Лукбас, старичком Семен Курсатори, Готовится. Степан Акбаров, клуб Зенсетян, Булаша Света, Лукбас. На первое этапе Представителем команд Розовый Найти Первого Кашами. Thank you.
Пока, по вашему наблюдению. Стоп. И...
Приглашается. Один из...
На первом задании,
Thank you.
Да, 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 да.
Да,
Yeah.
Готовится Павла Дмитриевича, Сатарин, Молдашевский парк.
Здорово, Таня, приготовиться. Ладно же, красиво.
девочки, 80 лет, Сотова, Милана Антонова, Скура Маросовна, Толпа Вагро. Готовится.
Ответная задание. Готовится. Девочки, позиционные 8 недели. Овчан, Слава, Девчур, Камин, Лукзава. Ответная задание. Победа держащего победителя.
Девочки, категория 8-7 лет.
Thank you.
категория 55 килограмм. За третье место Андрей Дима Прамин. За второе место Кузов Николай. За первое место Затков Кирилл. Категория 40 килограмм.
Категория 50 килограмм. За третье место.
Первое место. Кабул Шахмири.
Подходим вот сюда и делаем общий снимок. Лучше к вам, кто выйдет или
слушаю тебя. Так, внимание! Внимание! Мы слышим эти голоса. Мы понимаем смысл слов. Да, мы не верим в чудеса, в пути прямая полоса. Мы верим в дружбу и любовь. В одеждах белых все стоят. Красиво, аккуратно в ряд. И затянули пояса. Пусть нам помогут небеса, и боги нас благословят. Мы криком заглушая слух, здесь тренируем крепкий дух. И не колеблются сердца, и тренировки без конца. Себя ломаем в прах и пух. В телах усталость, в мышцах боль. Нет, недовольны мы собой. Стремимся к мудрости и силе, хоть нас об этом не просили, и постоянно рвемся в бой. Вот лица заливает пот, движение лишнее, и вот вдруг кулаки вросли в бетон. Никто не будет здесь прощен, и мысль одна — идти вперед. Мы криком заглушая слух, здесь тренируем крепкий дух. И не колеблются сердца, и тренировки без конца. Себя ломаем в прах и пух. Усталость — это не предел. Учитель большего хотел. Мы рвем друг друга на куски, кулак сжимая как тиски, и жар идет от сильных тел. Нам мало пройденных вершин, мы не заполненный кувшин. И на учителя вопрос мы отвечаем громко: «Освети имя нам, Киокушин!» Мы криком заглушая слух, здесь тренируем крепкий дух. И не колеблются сердца, и тренировки без конца. Себя ломаем в прах и пух. Мы криком заглушая слух, все тренируем крепкий дух. Колеблются сердца, и тренировки без конца. Себя ломаем в прах и пух. Нас приглашает спортивный турнир «Кумите». Контакт, бой ведут мастера карате. Техника, сила, расчетных ударов успех. Бои кумите — это праздник спортивный для всех. Карате — школа духа, истинный шаг. Карате — это мудрость движений, атак. Ты от нас не отставай, стили с нами повторяй. Киокушинкай, Ашихара карате, Сейвокай, Волаяма с карате, Шидокан, Дайдоджуку карате, Сейдокан. Понять красоту боевого искусства дано тем, кто однажды связал свою жизнь с кимоно. Тем в карате, кто к вершинам спортивным идет. Тем, кто всегда к своей цели дорогу найдет. Карате — школа духа, истинный шаг. Карате — это мудрость движений атак.